Сегодня 31 марта 2019 год. Где-то 9 часов утра. Нахожусь я между станциями метро Достоевская, вон там находится, и станция метро Владимирская. Вот здесь она, в этом здании. На улице тепло, маленький дождик крапает. Как обычно, реставрация проходит. Тут вот от времен СССР осталось звезды и серп и молот. Во времена были. Тут мужик сидит, Достоевский. Ветерок все равно холодный, не особо, но терпимо, в общем. Сейчас докурю, поеду. На машине довезли сюда, как раз через Литейный ехали, там где вчера авария была, мимо того места проезжали. На улице пасмурно, солнца нет. В общем, поехал я. Так, станция метро Владимирская. Построены в 1955 году. Охраняется государством. Потом. Да, давненько я тут не был. С осени вроде. Тут жетоны продают, также подорожники, проездные билеты, то бишь. Вот у меня подорожник. Прикладываю и иду. Станция внутри, это Владимирская, напомню. Люди в основном стоят по правую сторону, как я уже раньше говорил. Левая сторона свободная, потому что многие пешком идут. Что-то долго я спускался в этот раз. С непривычки. Такой тут потолок.
Тут также есть переход на станцию Достоевская. Там рядом находится 5 углов. Высоцкий даже песню пел об этом. Станция сравнительно небольшая. Вот мне сюда, на Пушкинскую. Нахожусь я здесь. Поеду в одну станцию, проехать надо. О, открыто. На Пушкинской. Вот он сидит все. Сегодня воскресенье, но народ все так же шастает. Я перехожу на Звенигородскую, оттуда уже поеду. Тоже какие-то бичи сидят. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция.